Добрый день, с вами канал «Наша любимая дача». И сегодня, дорогие зрители и подписчики нашего канала, я покажу вам вот такую вот капусточку. Семена этой капусты пришли к нам осенью. Заказывали мы их на AliExpress. Очень понравилась эта капуста. Сверху такая зелененькая, внутри желтая. Эти семена овощных культур Южная Корея. Значит, пакетики, они утверждают, что 400 штук, я не пересчитывала. И вот пришло время, я захотела ее проверить на всхожесть. И тут у меня было два варианта. Один вариант я попробовала на ватном диске, а другой вариант непосредственно сухими семенами посеяла эту капусту. И хочу вам показать свой результат. 26 февраля я занялась этим маленьким экспериментом. И что я сделала? Я взяла ватный диск, побрызгала его водичкой, положила семена. И вот посмотрите, что произошло через 2 дня. Очень много семян уже проклюнулось, даже имеет корешочки небольшие. Часть семян я взяла и высадила уже непосредственно в грунт, в горшочки. И вот буквально через пару часов, посмотрите, как прекрасно чувствуют себя эти росточки. Часть я высадила в горшочки, а остальные высадила в такую коробочку. Вот они, прекрасные такие растишки, себя прекрасно чувствуют. С ними все абсолютно нормально. А сейчас я вам покажу, как они будут выглядеть через несколько дней. Я записывала периодически, чтобы показать постепенно, как это все происходило. Вот так выглядят росточки капусты, которые я замачивала на ватном диске. Вот. Вот так выглядят еще росточки. Вот. Коробочки с замоченными семенами. Я их высаживала. И вот я посадила в отдельные стаканчики. Я посеяла сухими семенами, я их не замачивала, ничего. 26 числа я посадила эти семена. И вот сегодня 1 марта, я хочу вам показать, как выглядят росточки. Вот, часть росточка уже большие, посмотрите, часть поменьше. Что-то еще не взошло. Но сам факт, что через AliExpress вполне можно покупать семена. Никакого мусора в семенах не было, ничего. Так что, пожалуйста, пробуйте. Я сомневалась очень долго, много смотрела видео, много заглядывала на AliExpress. И вот осенью мы решились купить много разных семян. И вот я вам показываю результат посева. То есть 26 числа их посеяла, через 2 дня они взошли сухими абсолютно. И вот 4-й день, посмотрите, какие есть красивые экземпляры сеянцев. Я считаю, что это вполне можно покупать себе, позволить. Никакого мусора. Сейчас покажу пакетик с семенами. Вот, пожалуйста, смотрите, сейчас я покажу вам ближе. Вот, пожалуйста, вот такая капуста. Внутри вот желтенько, как на рисунке, у меня в начале стоит. И вот семена. Никакого мусора, никакого хлама не наблюдается. Так что продавец очень приличный. Вот. Ну, уже не знаю, конечно, когда она вырастет, что будет, но это надо ждать, как там что получится. Но на 2-й день зашли, я считаю, что это очень хорошие семена. Я переживала, что, возможно, они будут пересохшие, старые или что-нибудь еще. Нет. Так что с AliExpress можно покупать семена. Итак, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал.
Ставьте лайки и всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.